сегодня вот такое прекрасное солнышко, и мой подоконник выглядит вполне улыбающимся. Вот так отцвел Dancing Queen гипиаструм. Вот это монстрик, которого я пересадила. Вот такой он огромный, вот такие у него листья выросли. Но самое главное, с углом вот все в порядке. Плесень я поборола, все высохло. Сверху это сода. Зелененькая — это цвет гипсокартона влагостойкого. То есть все нормально, все сухо. Пока будет так. А потом, когда я уберу цветы, я все подкрашу. Орхидейка моя выпустила вот такую вот вполне живую на вид какую-то веточку. Может быть, и с ней все будет хорошо. Вот такая у меня улыбающаяся клумба на подоконнике. Понятное дело, что все это немножко чересчур. Ну, пока так. Пока так. А в марте я все это отправлю на спячку. А весной посажу в саду.